Беды, беды с башкой, да? Ну все, что ж, на стрим начался. Всех, ребята, я приветствую. Мы начинаем наш еще один, так сказать, вечерний стримок. Я хотел принести, в принципе, перенос краски на 2 минуты, как я сказал. Так что все, как обещал. Так что, в принципе, все нормально. Сейчас мы начнем, как всегда, играть в наши любимые игры. Jackbox. Сейчас я вам включу ее. И... понька. Теперь ее тоже видно на экране. Так, и сегодня как начнем мы гражданского холста. Сегодня будем в кавычках рисовать. Мастера своего дела, да? Костич, скажи что-нибудь. Ярослав, привет. Александр, привет. Милки сны, я не понял. Илья, привет. Тигра, привет, все так же. Ну, я же обещаю через 2 минуты. Вот 2 минуты и прошло ровно. Да, Костич? Сейчас, напоминаю, как играть. Да, да, так и есть. Я подтверждаю, это факт. Просто Костя, отстаньте от меня, отстаньте меня одного. Напоминаю, как играть. В первую очередь вам нужно зайти в Jackbox. Скажем так, какое-нибудь устройство и ввести. Сейчас я в первую очередь зайду сам, после этого сдам вам, так сказать, доступ. Потому что первый игрок является, так сказать, основным. Как там даже написано, VIP. Сейчас, где это? YouTube. Ляпута. Все, ребята, я включу это. Что за игра? А, там было 10, хабалы решил. Ну, вообще, да, было 10. Ирзан, привет. А, игра? Здесь просто нужно будет рисовать, дополнять то, что будет. Давайте, на счет 3 я включаю. Раз, два, три, поехали. Да, Костич, тоже заходи. Вообще было 10, да, 10 минут было написано, потому что, как я ранее уже объясняюсь, YouTube не может поставить меньше, то есть он не может добавить 1 минуту, 2 минуты не может добавить. Он добавляет только 5 минут каждый раз. То есть 2 раза по 5 это 10. Выкрутился, да? Ты там себя решил писать, Костя, да? Что здесь нужно делать, если спросите? Упс, косяк. Напишите, как вы, ребята, будете себя видеть, и мы сейчас начнем. А, все, пойдет. Давайте, ребята, сейчас хотите забыт. Успел отошел минут. Ну нет, ты не переживай, мы только начали. Давайте, ребята, еще 3 места есть, заходим. И кружка, напоминаю, нам дает какой-то. Нам нужно что-то рисовать, то есть, по сути, у нас будет какой-то холст, как понятно, такие названия. Нам будет что-то, какой-то начальный рисунок, и мы его каждый раз будем дополнять. Это показалось, кто звонит. Люканы пошли, ура! Под вечер самое то, да? Хотя я, если сделаю карту под Варс, ты должен править тебе, как я сделал, да? Делать. Ну, в принципе, я никого не принуждаю что-либо делать, я просто могу просить. Ладно, ребят, давайте начнем пока что для первой игры. Сейчас, приду, секунду. Нет, пока не показалось. Так, а тут, ну, сейчас буду заниматься веселым делом, туда-сюда бегать. Так что, ребята, будет пока что такой вот веселый стримченский. Будет, кстати, беготня, суета, наши любимые. Ладно, мы начинаем, давайте. Вау. Поехали. Так же, как посмотрелся, приветствую. Сейчас вечер стрим. И приступить мы это не можем. Костя, походу, тема для тебя. Ты меня слышишь или нет? Тебя слышно, нет, там просто написано, там, знаешь, вот для собак, водка, вот дамская водка, что-то еще было. Двое осталось, да-да-да. Ну, вкратце я объясняю, что здесь нужно делать. Нам дают рисунок вначале, и мы его должны наполнять.
То есть мы дополним, потом будут игроки дополнять уже что-то доделанное. И так до конца. Вы осталось. А только одна проблема, там дают схемы. Да-да-да. Ну что ж, сейчас, ребят, будем. Первые люди, вон. Давайте, вы начинаете. So I'll let two of you make additions to the drawing, and your fellow volunteers will vote on who made it better. Oh, and I'm keeping you on a short timer to make sure you don't overthink it. Okay, volunteers, ready, still ready, and ready. Давайте рисуйте, рисуйте, рисуйте. While our artists work. The rest of you can express your feelings about each drawing with the buttons on your device. А кто там меня рисует? Ребята, кто у нас там рисует справа, товарищ? Time's running out. Better hurry. Ну и все. Oh, it's so hard to choose. Ну, luckily, I don't тебе нужно выбрать из этого, что дальше пойдет. Могу мастер Тили, да-да-да. Ну, конечно же, первое. Что-то нас товарищ не перестал. О, Катя, следующий будет. После этого еще. Да. Давай. So fast, но это было неплохо. Я тоже не просто, да. И неплохой. Крайне неплохой. Следующий. Следующий, ребята, готовьтесь. Okay, let's see what you two can do. Всегда готов. Давайте рисуем, рисуем. Угу. Костя, ты рисуешь, да? Рисуется. Рисуется, рисуется все. Что-то справа никто не рисует опять. А, вот рисуется. Я следующий. Нет, не хочу. Не понимаешь, за Костя второй картинки. Ну, я про него проголосовал. Костя где был? Слева, справа? Где синенькая и коричневая? Да, я понял. Все люди сразу проголосовали, всегда сразу. Ой, не волнуйся, за тебя доделал эту картинку, да? А сейчас я зарисую до тебя, не волнуйся. Сейчас я подойду. Минку. It's voting time. Here we go. Up next. Go. Я здесь. Вот теперь здесь. Ненадолго. Ну, сопутюсь, сопутюсь. Короче, думаю, что тут взрыв у канана его нет. Нет, здесь не будет. Это игра простая, как для расслабончика. Когда у меня беготня, да? Очень расслабляет вообще. Голосуем, ребята, что вам больше понравилось этого. Ну... А, я снова что рисовать буду? Да какого фига? Хм, Орч, здрасте, без меня играете. Ну, кто сказал, что мы без тебя играем? А вот не надо было позвать на стрим, да? Так что все, все. Опять перерисовать.
Ёлки-палки. Ну, тут, походу, будет несколько раундов, потому что народ не набралось полноценно, поэтому... Что, давай рисовать дальше. Повторяемся. Да-да-да, идем к кругу. Не успел опять. Ну, как всегда. Где КС? Ну, КС обычно в понедельник у нас только. Для меня в Ютубе это как просто второй день рождения. Ну, по сути, да. Не, это, походу, третий день рождения, потому что сегодня ты свою мышку получил. Так что третий день рождения, не надо тут знать. Сейчас я подойду, минутку, ребята. Up next. Go. Я тут снова, однако. Какая же беготня? Ну, Клаву, да-да-да, я спутал. Я уж запутался туда-сюда бегать. Ну, неплохо же получается, да, смотрите. Рисунка заполняем там мы. Да, неплохо, я считаю. Так, и что у нас получилось? Победитель? Клава, кайф. Ну вот, дождался спустя сколько времени, да? Ну, мы все закончили. Разделить название для этого шедевра. Нужно придумать. О, идеально. Я назвал. Давайте, ребята, моя хата. Неплохое название, я считаю. Костя, ты что, придумал название? Ну да, его же уже отправил. Я посмотрю, что у тебя получилось. Голосуем. Ну я понял, это твое второе, да? Какое? С Бузовой, да? Нет. Серьезно? Завтраку перед этим? Перед окном? Нет. А что твое? Цветок на заднем. Да ну. Ну что, никто не проголосовал? Пир на весь мир. Грустно. Нормально. Выглядит неплохо, я считаю. Я все равно играть не могу. Ну да, теперь у тебя другая проблема в жизни. Ой, фу. Хилбер, привет. Что такое? Что тебе не нравится? Теперь у нас следующая точка. Что же на этот раз мы будем делать? А, это вот все рисуют, ребят, давайте, все нужны, всем будет сейчас. Нормально. Тема Николай Кукурузник. Я нужно рисовать. Давайте, рисуем. Так, сейчас вернулся. Арчи прикол, потому что они не отключили на это. Должны за него платить. Неплохо. Логика офигенно. Удобно, нормально. Картинка. Это шедевр. Рисуем, давайте, ребята. Пока время есть, ребята, давайте, время. Я пока чат не смотрю, потому что я рисую тут. Так,
Не успел. Ну, теперь ты голосуйте, что вам больше понравилось. Играбельно хотя бы. Что из этого больше понравилось? Неплохо. Потом глаза нарисовал прям дикие. Ну, нормальненько так. А остальные отлетели. Теперь с другим самолетками общаемся. Арчи вернулся в прошлое, да? Назад в будущее, да? Здесь назад в прошлое. И шефер победил. Теперь продолжаем дальше с этого делать что-то. Я думаю, я сделаю из твоего цветка щедевр, да? Это кукурузка. Да, кукурузка. Идеально. Сейчас я подойду. Голосуйте, ребят, пока. A tie, huh? How about I pick this one? And now the mouth. Так, теперь я точно вернулся. Теперь ничего такого не должно быть. Кстати, прошел такой момент. Извиняюсь, ребята, что случилась такая фигня. Они тут задают. Дату убери на заданиях. Окей, сейчас уберу. Сейчас, минуточку. Где там ОБС? Тык. Что за твою? Как называется, я тебе бог на улице комнату прокатил, давай, может, здесь минут 10 сделать. Нормально. Finish off this drawing with anything you want. Go nuts with it. Отлично. Ну, по сути, как сказать, закончить чем угодно там написано, в принципе, это не сильно так мешает. Но я чуть позже переделаю. Опс. Не знаю, что придумать, опять же. Не знаю, что придумать из этого. Ядрен батон. Что тут происходит? Last vote. Make it count. Ну, ты решили уже на джекбокс не ставить черт эту фигнюшку. Какую? Ну то, что нельзя показывать, что за игра. А типа 5 что ли лет нету, что ли? Нету. Японский бог, ты сейчас сделаешь это мной, да? Ё, простоте, ну ё-моё. Придется переделывать, а? Ёлки-палки. А, у меня зависла эта фигня, я понимаю. Николай Куру... Нормально. Опять? Чё ж сегодня такие проблемы-то со стримом? Почему я нормально не могу постримить? Никакого чёрта! Триггер опять словил, а? Да. Вообще, кстати, это я начал сатанинцем заниматься, знаешь. Сейчас исправим. Че, закончили что ли уже? А, да, быстро закончили. Поздравляю, человек, кто победил. Реально что-то быстро. Что за референс вообще? Возможно, кстати, из-за того, что нет, все нормально, как бы стоит джекбокс, платье 4. Вот, все стоит. Ну, походу, баги ведь происходят, не про. Прогу покупал, 200 рублей 70.
чтобы живобойно поставить. Но я не пользуюсь. Аналогично. Так, сейчас играем в другое. Чувак рисует Джоджо. Кто я был нарисован из этой бродячей всей литературы? Сейчас, ребята, быстренько сделаем. О, ляпу-то. Ну, включись, пожалуйста, будь любезен. О, все, ребята, я тебе вижу чат. Скисок на твой, ну... Ну, вообще, это не ссылка, мне просто тоже подогнали. Спросил, есть ли кого-нибудь интересных обои. Ну, мне друг подогнал. Теперь мы сыграем выжить в интернете. Это я выиграл, да, поздравляю. Я уж понял. Я на студии человек умеет рисовать. Отличие от нас всех, да? Так что поэтому мы идем играть, патрулить друга, да, называется. Так, ты успел, спалил все-таки. Вот зараза. Интересно, успеет подключиться первым, да, Коси? Как думаешь? Да. А, ты там ФКш, да, частично? Ну все, ребят, заходим. Запускаю. А, уже ребята пошли. Смотри, Качок, кто-то успел. Кто-то успел все-таки. А это хитрые люди. Я же сказал, кто-то успел все-таки это сделать. Ну и хит. Давай, Костя, заходи. Осталось два места. Одно. Ребят, давай заходим. Давайте, ребят, присоединяемся. Одно местечко оставить. Я читаю книгу про Ассасина. Классная книга, советы. Ну, я, в принципе, не очень люблю серию Ассасинов, поэтому так что не стану. Ну что, кто-нибудь еще заходить будет? Мы еще ждем. 8.30 накрутка. Да, Евгений. Это не накрутка, а мертвые души. Ну уже, если что, я так понимаю, новый человек, так что... Приветствую на стримчанске. Давай тоже там присоединяйся, у нас тут весело. Еще осталось одно место. Давайте, ребят, заходим. Приболел летом. Трудно сегодня. Ужас. Ну, Дисет, выздоравливай. Ну что ж, давайте, начинаем. Никто присоединяться не хочет, раз. Значит, пока не все так. Где нажать? А, точно, уже в телефоне. Тьфу, твою дивизию. Все, ряд. Начинаем, поехали. Один. Частично. Итак, спасибо. Статистика говорит, тоже что советую. Один из вас... А, вот, кстати, вот метрошка, вот это неплохо уже. В интернете всем места хватит, так что присоединяйся к зрителям и голосуй. Знаешь, что я советую? Ну что, чё? Вы готовы к взлёту? Растяни, растяни все. Вот эта книга. Да-да-да. Сейчас посмотрим, работает ли он или пранк по... Минус бибурацки. Сейчас зайду. Эх, Арчи. Ну ладно, теперь ты будешь говорить забота. Ой, забота, извиняюсь. Это было ужасно. Привет, звучит. Меня зовут, да, Оля. Зрители, да? Или нет, но интернет больше, чем рабочий инструмент. Это еще и веселье. Да, давайте да. Я покажу. Давай, если пропустим. Если вы впервые видите эту игру, посмотрите эту инструкцию. Хорошо. Первым будет... Давайте, а ты... Напоминаю, как здесь играть? Сеть. Я бот. Нет, ты человек. Да ты человек хотел зайти. Ну, чуть-чуть бы раньше. Встал бы. Потому что я смотрю, действительно не успел видеть. Вы должны были получить задание. Я, правильных аниме. Ответов быть не может. Я уже тут запарился. Отвечайте искренне. Ну, уф, капец какой-то. Чё-то опять как всегда. Только начинаешь стримить, подожди, все нормально, вот понимаешь, что у тебя беда с головой. Ну, не у меня именно, скажем так, а проблема в целом, так сказать. И вот такая вот фигня происходит. Костяныч, ты тут? Да, это такая. Че, через раз умираешь, да? Все бабки на самом потрате, мама так все вложил. Пец. Тихо бывает, тут как началось. Ну, и ты же в этом виноват. Скажем так, а везде такой интернет, такая херня. Не на изображение, но честно. Давайте, ребят. Здесь на стриме видно, куда-то можно заходить. Вы получили ответ другого игрока на свое устройство. Самое время выставить этого игрока. Неплохо. Так. Несколько разговоров, что мы делаем, это больше тикет, это больше Костяныча. Не волнуйся, не заберешь. Это товарищ я не отдам, да? Так. Нужно придумать комментарий смешной. Вот смешной комментарий, на что же. О, неплохо, я придумал. Так, ребят, кто присоединяется, всех тоже приветствую. А почему опять интересно чат-то? Я включу нормальный чат. Какая же это парашная штука, а? Для какой? Не, ну честно, меня триггерит YouTube, потому что я включаю чат обычный, а у меня автоматически приезжает интересный чат. А, да.
Слабо. Что там слабо? Давайте, ребята, отвечайте, отвечайте, время, время, время. Опять мне интересно, что зашло. Какой противный, а? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А, надеюсь, то, что слово придумал. Уже ничего не ну, главное, хотя бы ты сделал, нас даже не успел там по чем получить. Не жалко, да? Жалко. Это было неплохо. Начни свой день с Иисусом, слава богу. Да, еще один день, у меня его нет. Так, знаешь, тебе так стучатся двери, начинают говорить всякие там, как там, священники, да? Макдональдс, класс, это идет только нищий Семен. Спасибо, спасибо. Вассал, Саня. Я тоже кушаю, мак. Приготовлено с душой. Это ж ты, что ли, написал? Ольга Бузова. Кто Ита? Неплохо. Давай посмотрим дальше. Как относится к людям с синдромом Дауна? Это очень хорошо, и в то время пошли активисты. Неплохой, кстати, комментарий, если честно. То, конечно же, я выбирать его не буду, да? Наелся и спит. Все. Он ест. Есть и все. Костя, самый лучший твой ответ, да? Ну там было почти. Кто выглядит наиболее нелепо? Голосуйте. Ну что, забывайте делать и голосуйте, что вам больше всего понравилось, так сказать, затролленного. Эх, весело. 4. Нет, здесь сейчас 4, 3, 2, 1. И нифига. Здесь голосуют этот манус выиграет всегда. Вот что думают люди. Ага. А вот кто исказил ваши слова. Эх, эх. Вот вам очки. А, я понимаю, мы даже ход не выбрали. Жертве тоже немного очков. Про маг не выбрали вообще. Маг было мое. И мага никому не понравилось. Баб затроллил. Рунчик, бедолага. Посмотрим, как дадут очков. Вот список людей, которых я считаю крутыми. Самые крутыши сверху. А, у меня вообще 20. Еее, на дно. Я думаю, что я ничего. Не переживай, ну кивис. Ну что же, продолжаем. Далее. Так, следующий этап идет для нас, ребята. Вы... Сайт новостей. Новость. Вчера был задержан грабитель банка. Эх. Поехали, давайте. Вы получили еще одно задание. Отвечайте максимально откровенно. Судить вас никто не станет. Ну, надо ответить интереснее как-нибудь. Давайте посмотрим. Журчик сразу так ответил, нифига себе. Так. Почему-то нельзя было нормально человечески ответить, да? О, все ответил. Давайте, ребята, еще три человека, кто голосует. Тум-тум. 30 секунд. 29, 28, 27. Я все уже, Костя, я устал считать. Все. Еще один остался. Кто же у нас так долго пишет? Что там в чате? Вот список лучших. А, Семен Костян и Жекой. А, все. Нормальненько так сказанул. А как же себя лучше не считаешь, что ли, дружище, Милквиз? Это, знаешь, обидно даже. Так, теперь нужно придумать, Жека, что-то... Так, ау? С этим вам предстоит Жека, работать. Начинайте. Чуть-чуть тебя прибавлю, Костя, но тихий то. Скажи что-нибудь. Я спрашиваю, где Жека-то? А, он не захотел стримить, он занят так работой с сервером, поэтому... Вот так вот, беда, беда. Жизнь боль, ребята. Ага. Ну, кто-то бред написал, я бредом ответил. Как всегда, да? Нужно было придумать ужасные новости, комментарии под новостью. Я не могу быть в упсе.
О, идеально. Я думаю, это сребог. Ну, тут народ есть, ребят, напишите кто-нибудь, кто в чате также есть. Ты такой, Костя, я плохо новости пишу. Ну, думаешь, я лучше, да? Вообще здесь нужно просто придумать что-то подходящее, так, чтобы с ответом инсценировалось, вот. Кто-то есть. Да, да-да-да. Так, а что у нас товарищ это там, кстати, Логоси пишет, да зай самой. Тогда ты пупси. Мы начинаем. Не, неплохо, давай смотрим. Для меня его нет. Новости. Новый рекорд поставлен с помощью местного супа. Его нет. Это я что-то немного не шарю, но выглядит вроде смешно, да? Вроде смешно. Спокойный. Не как остальные. Был задержан серийный убийца кандидат в президенты с кличкой Спокойный. Спокойно, не как остальные. Форум намного лучше. Ну, а чуть-чуть стоит. Живой он. Леня, не ленись, ты дурак. Надо полежать еще. Они очень битые. Были сдержаны преступники. Вот это было хорошо, кстати. Они очень убитые тогда уж. Да и правильно делают. Путин и Единая Россия возвращают рабство. И правильно делают. А зачем вы им идеи подкидываете? Бурдюк, мурдюк, ку-ку-ку-ц-ку-ц-ку-ц. Это, понимаешь, ты придумал? Угу. Мне попался вот этот ку-ку-ку-ц-ку-ку. Да к черту. Буза со смертностью выставляет маски. Да к черту, а я-то тут при чем, блядь? Нормально, меня-то тут притиснули. Я пришел на такой концерт. С Сертусом тут написано, ты смертуса. Да, все, тогда ладно, тогда можно. Нормально. А, нет, не то проголосовал. А я к вас пью. Приятно тебе, Арчи. Ты хотел проголосовать про этот, про преступников. Они не очень биты. Нет, понравилось. Также, ребят, кто присоединяется к нам стриму, хочет также поучаствовать, вы можете также зайти на jackbox.com и ввести справа не промокод, а просто цифры. Да, сказали, написано буквы, я говорю цифры. Ё-моё. Просто ввести, скажем так, последовательность 4 букв, и вы сможете также участвовать как зрители и голосовать, что вам больше всего нравится. Ее, ладно. Бегу возьми тролль. А, у нас лучшего тролля здесь нет? Да. Как это изменит положение дел? Давайте выясним. Моих сотрудников не трогай. Ну, а я на дедочке просижу. Ура! Раунд для вырезания бывших саватарок. Окей. О, идея. А давайте будет... Где у нас форум? Во! Интернет-форум. Евгений Волков, вот то, что хотел. Вот тебе форум, давай. Так, строчи, как ты хочешь. Теперь у тебя есть возможность победить. Снова время отвечать. На сей раз прислушайтесь к своему сердцу. Слушайтесь к своему сердцу. А я что, попой думаю, да? Или к чему там слушаюсь? Костя? Все, Костя, дай. Ну, Квиз, а вот зачем ты Костя забрал, а? Вот, верни теперь его обратно. Ладно, давайте, ребята, отвечать. Пока что игра так медленно, верно, катится. Давай свободных будет. Суккубов никто не заберет, я здесь, я просто писал. Ну да. Давайте, еще 3 человека осталось. Отвечаем, ребятки. Давайте. Тем временем у нас остается 25 секунд. 24, 23, 22, 21, 20 секунд. 19, 18, 19, 19, тьфу, все перебрал. 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ну, так понимаю, товарищ либо у нас не пишет ничего, либо стоит в ФКшит. Это я не могу сказать, что из этого. Что из этого правда, да? Как думаешь, Костя, ФК или игрок? Может, просто долго был. Скорее всего, ФК. Да, ты понимаешь, ты. Вы знаете, что там отлетел и за что вопрос, Костя? Реклама. Понятно, правильно делаешь. Эх, дружище. Сам виноват. Ага. А будет в конце смертельничеринка. Можно будет играть в Бутсы скоро заводить. Миром Семеновым Кучаком. Игра Димон. Ты, походу, все, что можно, выброси, да? Как надо продумать вопрос. Курс импровизации. О, это мне нужно, ребята. Я похожу на курс импровизации, да? Я не могу быть Пупсинем. Понимаю. Эх-эх. Конечно. Пупсин Семен, а я Пупсин. А я-то тут при чем опять? Так, нужно... Везде тебя запихнем, не волнуйся. Спасибо. Не благодарю. Я не могу придумать что-то тупо.
Так, надо включать импровизацию на максимум. Сейчас, ребят, подождите. Все, успел это придумать. И, наконец, что-то хорошее придумал. Иван, привет. Добро пожаловать. Евгений, ну давай, поздравляю тебя. А у нас товарищ что-то нет, чем участвует. Жаль, конечно. Получится. Смотрим, что получилось. Моргенштерн. Не для меня. Может, Моргенштерн? Ну, вообще, да, я смысл понял. Широкую на широкую. Хватит уже так делать, идиоты. Это же просто, знаешь, здесь именно ответ шикарный. Мир Смертуса. Эпическая фэнтези. Костя, ты что-то ребят тролли, а? Как относишься к работе учителей? Работа очень сжатая, но успокаивает. Может, мне кажется, наоборот должно быть, знаешь? Работа очень ужасная. Не будет, знаешь, нам было писать не успокаивающий, а успокаивающий. Пацаны, я считаю, что канал такой прикольный. У тебя шарики за ролики зашли. Ну что-то вот это обидно, знаешь? Вот теперь мне обидно стало. Идет на стрим, будучи в Якутске. Спит никто, кто. О, что-то больно стало. Бедное море, бро. Смотри, как заболело. Так сегодня. Вы чувствуете? Ты вроде норм. Я там даже живешь, выглядишь. На ютубе спрашиваю. За смертность на крутка на ютубе или нет? Ну вообще, по сути, тогда. И это, как ранее говорил уже, не накрутка мертвой души, чтобы это звучало так менее, так сказать, вызывающе. Но, Йор, в принципе, можешь на это не ругаться. Присоединяйся с нами, давай играть тоже. У нас тут весело. Как видишь, вон что-то тут трэш творится. Во. Идеально. Меня больше проперло с этого. Снова возвращаюсь к чату. Можешь здесь Семёна записывать. Ставить лайк. Канал его группу ВК на Дискорд. Все под видео. Началось. Без мастера байта нашелся, да, раз наш вымер один. Широкую на широкую. Не было гадарить. Ну это ты придумал, да? Ты играешь в Fortnite? Нет, я в Fortnite играю. Выглядишь как придурок. А, что-то люди не поняли, что надо просто писать. Да? Ребята, читайте, что нужно придумывать обязательно. Или Костя. Пришло время посмотреть на результаты. Ура! Теперь не ладья. Ура! Меня в этот пустит, наверное. Походу, да? А, уже концовка, быстро, кстати. Фото Костя. В этом раунде очки удваиваются. Жить на отпуске так одиноко. Буквально что угодно. Костя, играешь в Fortnite? Жду, нет. Вот, вот. А следующий ответил, ну, нет. Надеюсь, что вам еще есть что сказать. О, идеально. У меня есть время. Так, кстати, Александр, если не путают, что ты у нас тут товарищ. Бум, я завтра на курс Ворсеник Звертуса. Ну, вообще, как бы завтра, скорее всего. Хотя, надо кое-что посмотреть, а что завтра. Возможно, завтра стримов не будет, потому что я бы с вами поиграл. Но, честно, я Fortnite не люблю. Да и Костя, думаю, тоже. Да? Или Костя вообще это ненавидит, я, да? Я нейтрально отношусь. Нейтрально. Да, вот это ладно, в принципе. Значит, Костя еще... Есть шанс уговорить Костю, да? Кстати, на темную сторону Fortnite, да? Ну, если прилетит донатик, то я, конечно же, соглашусь. Не, ну, еще один бальтер, да? Че, Костя, оставляй свой, кстати, донат вот в описании, да? Не в описании, а этот... Рассылку, да, во. Давайте, ребята, время остается мало. 3, 2, 1. Все. Эх. Давайте ли придумывать, что у нас есть тут? Баннер Киви кошелька в описании. На... Нормально, Костя, тренд будет. Ну ладно, я угораю. Угу. Ну, идеально, у тебя только 4. Ну, вообще, наверное, чуть больше человек. Вы сейчас, как ты видишь, здесь люди так же, кто сидят, участвуют в самой игре, но также... То и, как сказать, находится в чате. Давай потом наш пинаж. Можно будет? Можно будет. Это в третьей части приходится перейти, но... Печаль, Костя, с тобой в нашей ты будешь вторым жильцом. Ну? Эй,
Не-не-не, в смысле, я с руку, все. У Кости немножко другая профессия, да? Не-не, у Кости другой вид деятельности, во. Я захватываю души. Да-да-да. Переманиваю на темную сторону. Когда ты же детство, ты понимаешь, что темнее некуда, да? Давайте голосуем. 8, осталось. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Эх, кто-то не успел опять. Я едва сдерживаю эмоции. Давайте смотрим. Вы на коленях. Да я не это голосовал. Покажу вам сердечко. Ну, выглядит неплохо. Ну, вообще там сказано, какое-то пока свое настроение там сказано. Типа, я смысл закат. Ну, типа, это нифига не настроение. Моя жизнь какая-то мороженая, она тает. Смотрим, дальше у нас тут есть. Стоит только поставить лайк на фотку. И уже 397 лайков. Жаль, у меня джекбокс один. Котобокс. Ну. У меня, в принципе, кошак есть, только коробки дома нет. Приезжай коробку, будьте котобокс. Давай, смотри, что дальше у нас есть. Давай. Да, зай саму. Я один думаю. Почему мне это так смешно? Наверное, потому что в какой-то момент я тоже задумался об этом, да, после этого комментария? Не, не один. Солдат. Та-та-та-та-та. Я Робоков в Fortnite. Костя что там написал? Костя написал, моя работа с Семеном. Да. Работа байтером. Друг Котобокс. Да? А что это, кстати? А что это Котобокс? Я такой, кстати, не видел. Надо бы, кстати, Георг посмотреть. Если сейчас же игра зайдет, если она вообще есть, в первую очередь, если игра неплохая, то может, кстати, также буду стримить. Почему бы нет? Как это? Как в плане? Кто-то играет? Тут Fall Guys. Нет, нет, мы не играем. Малейкум салайс. TP 939. Малейкум. О, TP 939, привет. Добро пожаловать, так сказать, снова. Как видишь, Георг, люди немножко набираются. Медленно, наверное, заходит. Неправильно ты отвечаешь. Он тебе написал салам алейкум. Ты отвечаешь. Малейкум салам. Я... Ладно, начать просто я не буду даже на это. Ох ты ж ё. Да, ох ты ж ё. Мод мастер патруля у нас. Так, посмотрим, что у нас получилось. О-о-о. Ну, я сам тут не тролль, я понял. Не очень мне получилось. Это про зрителей. Я выжил! И это наш победитель. Ну, а кого-то даст... Ну, ладно, как хотите. Я как бы сижу в чате, читаю, поэтому я считаю так же, ты обращаешься ко мне, поэтому... Георг. Ну, как видите, пишет ответ дольше всех. Да, теперь мы знаем, что у нас есть самый долгий игрок. Сами появились. Так, посмотрим, да, там полное унижение. Это уже было. Посмотрим следующую игру. Что у нас есть, помимо выжить в интернете? Монстр ищет монстра, ну, это, наверное, позже будет. Меня ребята предложили пойти поиграть в наш шпионаж. Смертельная вечеринка мы оставим на последнее. Это, кстати, самое сладкое, да? Сейчас мы сыграем либо бредовуху. Давай, достань сламу. Тот чувак к нам попал. Не. Понравилось котобокс, залил кота с его. Что за жестокость? Нельзя котик. Да, бедные кошаки. Ну так что, ребят, во что будем? Бредовуху хотят? Бредовуха или монстр ищет монстра? Давайте мини-голосование устроим. Пишите в чат, что вы хотите больше. Боже, мне так нравится картинка, где оборотень тот держит вампира. Можешь себе поставить на ВК, да? Фанфики напишу. Неплохо. Бредовуха. Ну, я вижу пока что 3 человека за бредовуха. Так... Нет, подожди, 2 человека за бредовуху, 2 за монстра. Давайте, ребят, голосуем. Голосуем. Костя, ты, кстати, тоже голосовать можешь, если что. А, вот теперь бредовуха больше стало. А теперь сравнялись. Мелкий вис знает толк. Семен нажмет в 4. Хороший вариант. Ну, я так понимаю, монстр больше хотят, так что пошли искать монстр ищет монстра. Давайте, сыграем после этого наш шпионаж, а там уже вернемся на 4-ю часть. Ай, успел. В смысле, так мы не в 4-й раз? Ну, ты просто перестань. Спасибо, Роман. Нет, продолжу.
не нравится делать, в принципе, не зря, так же людям нравится, как стримлю. Так что желание мое, наоборот, таки в этом увеличивается. Самое главное в данном случае не забросить это. Я тебе дам забросить. О, видишь, меня уже тут Костя хочет прибить, да? Я не сказал, что я забрасывать буду. Давайте, ребят, на, запускаю на счет 3. Я уже сказал 3, так что все, поехали. Заходим. Костян стримит? Нет. Костян еще хотел стримить, но что-то того, да, Костя? Во. Все зашли. Ну что ж, ребята, начинаем. Все здесь. Кто не успел, заходить зрителям и также тоже участвовать. Зрители тоже являются как активным игроком. Всем привет. И добро пожаловать в «Монстр ищет монстра». Член ее озвучки тут неполная. Грусть, печаль, беда. Почти 100 в чате. Ну да, 100. Может, с лишним 100, да? А, тихо, подожди. От наушников пашка зачиталась. Еман, еман. Вот что значит, называется, сидишь дома, никуда не вылазишь, да? Что ты с ними сделаешь? Не знаю, резко пашка зачиталась что-то. А какое? Я почему-то хотел поиграть. Хотя я мужик. Ну, это твое, так сказать, подсознательное желание, да, наверное? Не, ну по сути, если... Нормально. О. Ну, вообще, в принципе, это очевидно. Иногда, скажем так, люди тоже, скажем так, мужского пола играют же в разные ММО за женщин или других. То есть это просто дело вкуса, в принципе. Я тоже могу, да, блин, что такое, Евгений? Ну что ж, поехали, давайте, ребята. Зритель 4. Мы можем отправить 4 сообщения. И после того, когда время закончится, мы уже приглашаем кого-то на свидание. Ну что ж, поехали, ребята. Свиданка наша, все. Нужно кому-нибудь написать. Костя, ты не успел что-то зайти? А, я зритель. А, и тут и... Еман. Золотым местом. Да-да-да. Зритель уж прикольно работает, да? Система сообщений. Шепот, мое второе имя. Скажи вслух, что именно сказать, я не видел. Я не смог играть. А что так? Евгений, ты перезайди, если ты уже здесь, ты перезайди лучше. Так, ну что-то кто-то никто не хочет. Кто? Кто писать мне будет сегодня? Эх. Зато зрителям пишут. Да. Не хватит некоторых. Ну смотри, в чем прикол, Евгений. Ты можешь играть, это твоя особенность. То есть твоя задача, как сказать, то есть встречаешься с кем-то, получаешь сердечко. Но если ты нашел свою жертву, как охотник, ты получаешь дополнительное сердечко. То есть в любом случае ты получаешь сердечко. Надеюсь, ты это понял. Я знаю, кто зрители. Да, зрительность есть. Кто же зрители? 5 зрителей, неплохо. The message sending timer is down to 20 seconds. Time to wrap things up. Эх, осталось у меня 0 сообщений. Теперь, ребята, ждем. Сейчас будет конец и начнем приглашать кого-нибудь. Пум-пум. Пурум-пум-пум. Окей, time's up. Ну да, в смысле, сыр? Теперь вам на своем устройстве нужно выбрать одного игрока, с которым вы сегодня надеетесь провести свидание. Весь этот разговор сделал, чтобы запутать тебя. Я уже сам запутался. Ну, если ты являешься зрителем, то это прикольный Георг тоже. Давайте, ребят, нужно позвать кого-то на свидание. Голосуем, голосуем, ребята. То есть, вы если с кем-то сообщать, то есть... Вы договариваетесь, то есть, пойти на свидание. То есть, по сути, вы приглашаете друг друга на свидание. Это все. Смысл от игры. И кто больше всего сходит на свидание, тот получит больше сердечек. Это все смысл игры. Скажите, кто зрители, хотя я игрок. Ну, в принципе, можешь, если хочешь. Эх, торрент. Кто-то не решил, так сказать, участвовать. Ну что ж ты так, дружи.
Если кто-то, еще раз напоминаю, если кто-то отсоединился, может перезайти. Вот это тусич. Посмотри на это. Вот это групповушечка. А то есть нас сразу отказали, да? Думаю, тебе повезет. Не-не, мне сразу дело тоже сыграл, это честно. В смысле, а я тебя выбирал. Ну, вообще нет, по сути, смотри. Ты получаешь одно сердечко, но прикатываешься, лепрекон забирает сердечко, когда он раскрывает, собственно, личность. То есть, лепрекон тебе нужно встречаться, когда он раскроет самого себя. Привет, мои любимые зрители. Я вас люблю. Пацан, враг. Угу. Эх, а меня прокатили. Я на стадии куда-то девушкой себя, а лучше себя. Эх, а нас прокатили. Грустно. Грустно, грустно. Эх, сейчас буду на 10, как всегда. Зрители не советую, не встречаются ни зомби. У-у-у, будет весело. Пойду ко мне. Давай. 8. У меня 8 бутылочек пива. О, неплохо, ребята вот сошлись. Вот, вот это первые, кстати, сердечки получили. Ну, вот так, кстати, наша первая ночь. Давайте посмотрим результаты. Ладно, посмотрим. Ну, да, я уже на последнем месте, в принципе. Это было очевидно. На первом месте у нас... А, МР у нас на первом месте. Угу. На второй ночи, ребята, кто будет на первом месте, раскроет свои способности. Ха-ха-ха. Так что в скором времени мы узнаем, кто является у нас самым романтичным, да, среди нас. Вторая, секреты слоя, кусочки. Что ж, поехали. Поехали. Ту-ту-ру-дум. А, почему-то, ё-моё, тихо, от пути, игра. YouTube от пути. Тихо, у меня YouTube завис нафиг. Все, YouTube отпутило. О, все, все. Hey, if you need to block another player from messaging you, when you hit the info button on their chat screen, you can also find the block button, so you won't see their messages. Вот твою дивизию. Смотрите. Ты случайно не знаешь, что такое Смертус? Не знаю. Ну чё? Ну что, посмотрим, что у нас есть. Тебе говорили, что ты выглядишь как Роман. Никогда бы не подумал, да? Так, кто мне там пишет? Так, все, у меня сообщения кончились. Мозги — это напоминание мне о моей папе. А у мамы не было, что я так понимаю, да? От нее досталась красота. Ну да, согласен. Арина, привет. Где у нас, товарищ? Итак, выучили ли вы свои жизненные уроки за эту ночь? Давайте узнаем. Какой зритель сегодня? Смотри, что сейчас пришло. Да, все хорошо, у нас стрим идет, так сказать, полным ходом. Полным ходом, крутимся, вертимся, играемся. Мистер зовет. Смотри, что сейчас. Так, ну, опять кто-то не пригласил, эх. Ребята, даже если вы никого-то не приглашаете... Нет, лучше все-таки кого-то пригласить. Ян Георгий путает меня с зомби, ай-яй-яй. Разговаривает так с демоном. Поехали, 8. Разбежались, я скажу. Ну все, поехали. Смертельную вечеринку играть. Кто-то тоже хотел занять место под солнцем. Ну, Simple Name, ну, я уже договорился, прости уж. Что могу сказать? Так, Виска зовет. Какао. О, сегодня будет тяночек, так пати, да? Ножницы, да? Одобряют. Привет, у меня есть водочка, давай вылети на Сочи, давай. О, у меня какао есть. Виска со вкусом какао. О, знаете, но не могу ссорить. Да, не переживай, я же говорю. Надо ссылку по поддержанию, так сказать, зрителей. Ой, стримера. Зрителей говорим, да. Так что, ребята, кто хочет, так и делайте, в принципе. Я бы... Смотрите, зомби я вас спалил.
Ну, вот и узнаем в скорое время, да, игрок? Спасибо. Ты знаешь, такой Смертус, Роман. Эй, зрители уже встречаются. Также, ребята, напоминаю, лучше все-таки кому-то пригласить, потому что есть шанс, что, может быть, вам согласятся. Потому что если вы никого не приглашаете, вы получаете минус сердечко. А это только хуже. А, понятно. Зритель, третий месяц, нифига себе, смотри-ка, чё. Мы популярны. Это капец, конечно. Сейчас мы узнаем, кто я с тобой зашел. Нас... Оборотень. Интересно, сейчас вампиры будут это пати? Во время полнолуния оборотни получают бонусное сердечко за свидание и затем превращают своего партнера в оборотня. Но если оборотню отказывают во время полнолуния, кого не видел? То он теряет полсердечка. Шесть человек сделали. Весело, кстати, Георг. Весело за зрителей там играть. Знаешь, кого не видел давно? Вообще тут не видел ведьму у нас. Вообще этим ведьма была с нами? Я тоже не видел. О, кстати, сегодня полнолуние, а и это может в конце раскрывается. Только со стримером, честные. Только со стримером, честные. Приготовьтесь переписываться. Так, ну что ж, поехали. Я оборотень. Да-да-да, спалили тебя, дружище. Ну что, кому же сегодня пригласить-то? О, у него это хорошо пошло. Да, блин. Кого? Тут народ-то начался. Да, блин, кого же пригласить-то? Точно. Болото? Да хоть сейчас могу. А я дьявол. Так, ребят, давайте. У меня сообщения закончились, я ответить не могу к сожалению. Извиняйте, кому не смог. Вообще, кстати, вот очень интересно играть тем, у кого кто играет этим двуликим. Потому что ты должен звать всех подряд, чтобы соглашались. И при этом отказывать большинство, знаешь. Но при этом, знаешь... Блин, то... за жителей грустно. За кого? За жители. Okay. Да вы жители грустно, они выбирают какие-то... Странные. Так, я позвал. Ну что, поехали. Пум-пум-пум. Что еще раз? Кого? Все, минус Костя. Ты там начал. Мистер, зови кого-нибудь на свидание. Я говорю, мистер, позови кого-нибудь на свидание. Ты так получишь мне сердечко сейчас. Кто-нибудь успел? А может, он робот, это для него. Возможно, кстати. Эх, мистер. Печально, кстати. Ром-пом-пом. Прости, дружище. Но идем мы с тобой на следующий день. Непонятно. Что именно непонятно, дружище? До тебя, да? Да, ок. Неужели ты серьезно? Нет, ну я же сказал, я на следующий день. Ты что пойдет так? Я же сказал, я на следующий день. Эх. Ё-моё. Чувствую себя, знаешь, немножечко разбитым сердцем, да? Приветик. Привет. У тебя есть пиво? Есть. Вот, тогда к тебе. Давай. Ну, подъезжай. Знаешь, что прикол? Тут как бы начинает доминировать девушка. Почему-то жизнь так не работает. Кого зовут зрителей? Ты просто не с теми общаешься, поверь. В последнее время жизни заслись. Либо не зомби, а жижи. Криминал. Ты же не против, если я буду где-то на болото хоть сейчас принести. Обещаю, прощи уже. Все. Понимаю. Но зрители отжигают. Прости, Цибет? Пошел в полную луну, да. Ты теперь оборотень. Поздравляю. Среди нас оборотень, да? Еееее, мы теперь оборотень. О-о-о.
you're the highest unrevealed player. Вискас, теперь у нас кто же там у нас? О, вот и лепрекон! А вот и лепрекон! Кто там у нас был охотником, да? Сейчас посмотрим, кого он там обманул. All fake hearts disappear. At this moment, leprechauns get one bonus heart for every player that drops in the rankings. Сейчас я узнаем. Давай посмотрим, кто у нас. Троих обманул, ема. Ребята, лепрекон. Не, ну, ребята, я думаю, вас немножко лепреконили, да? Знаешь, это новый вид обмана. Так, знаешь, приходишь с другом, общаешься, да? Он говоришь, ага, я тебя на лепреконил, да? На раб... Лепреконил, во. Я и сам даже выскажу это слово. Вас. Так. О, мне уже страшно. У меня один час ночи норм. У меня вечерок. О, ребята. Все, сегодня. Так, у него вроде сообщения кончились, я проверю. Нет, одно осталось. Ну какие обнимашки, там было гораздо интереснее. Mm-hmm. Так, смотрим, что у нас получилось. Я чат еще перезагрузил, так что чат вижу. Тум-тум-тум. Ну. Ну что ж. Лепрекон, лепреконил, эх-эх. Было весело, ребята? Но когда кончится стрим, я хочу досмотреть его и спать. Ну, стрим еще, как сказать, ну где-то час-полтора будет длиться. Ты, в принципе, можешь взять наушники и смотреть, как мы тут веселимся. Ну и также участвовать активно. Видишь, как много зрителей тут. 6 человек, вот это шок-контент. Ну все, время кончилось. Идем мы на свидание, идем мы на свидание. Все, поехали. Давай час. Ну, час или сейчас, дружище? Ну, сейчас, я сказал, по часу обычно мы стримим 2 часа. Если, в принципе, будет хорошо идти, я могу увеличить время. А то я приболел во время полночи. А, ну, что ж, ладно, так уже быть, ребята. Тогда уж сейчас постримим еще и на этом дом заканчиваем. Так, смотрим, кто кого позвал. О, Торрент и Мистер позвали. А, они никого не позвали. Блин, печалька. Не даем ли прикону выиграть? Не зовите, да, никого? А он зрителей пошел звать. Ты выглядишь как дьявол. О, спасибо. Возможно, обнимашки твое увлечение. Да, или тебя обнимать. Думаю, какой отличный костюм дохлывит. У тебя верно, ты самый лучший. Чего-то знаешь, ты как первый комментарий про дьявола мне понравился. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Эх, ребята, вас прокатили. Для вас плохие новости. Сожалею. Лепреконы дают ап. Эх, эх, ребята, эх. Станет время полнолуния. Оборотень получил минус половину сердечка. Юб тоже. Ну, мог бы минус целое получить. Ты меня звал. Теперь сходим, да. Сегодня я весь в рядовухе. Хорошо, 8 вечера. Ее, катили. Ну, Милквиз, в принципе, просто произошло твое имя. Торрентила, миник, я понял. Изменилось ли что-нибудь в наших местах? А возможно, кстати. Зрители на второе место переехали. Нифига. Сейчас посмотрим, кто зрители. Зомби они или нет? Они реально зомби. Все, Костя, мы тебя спалили. Ты зомбяка, да? Каждый, я знаю, спасибо. Зомби, становится зомби. Также все, кто ходит на свидание с новыми зомби, тоже превращаются в них в конце следующей ночи. Если в конце игры заражены все, то наступает конец света. Ну, все, апокалипсис. Только настоящий зомби. Да, я же говорил. Ну, я понял же, но надо будет проверить. Вообще, мне сердечко. Ну, что могу рядом? Теперь мы надеваем масочки на лица и не встречаемся с зомбями, да, теперь? Ну что, поехали. Приготовьтесь переписываться. Ахма. Ну что, погуляем, давайте. С кем же пойдем сегодня, мне интересно знать.
Так, 30 лет точно не выиграю. Ну, я не знаю, выиграю я или нет. Мне сейчас уже страшно общаться. Ну все, сообщения закончились. Теперь я писать я не могу. Если никого не ответил, сорян, ребята. Сегодня уже есть, с кем пойду. Тун-тун-тун-тун. Зрителей я точно не уверен. Угу. Держу спать, давай, Симка. Удачи. Ну, квиз, тебе тоже спокойной ночи, так сказать. Тогда ждем тебя в следующих стримах тогда. Ну, сейчас посмотрим. Ничто так не расслабляет, как нож. Хорошо сказано, мне нравится. Okay. Ну что ж, ребят, давайте голосуем. Кого пригласить? Поехали. Тунька, тунька, тунька. Музыка прикольная такая, знаешь, подходит прям, знаешь, под музыку, как сказать, в лифте, да? Ты тоже, тоже неплохо, я считаю. Ты думаешь, где-нибудь это обсуждать? Ну да, согласен. В лифте, да? Вообще, по сути, старт, типа, здание. Если думать так. О! Привет. Приветик. Неплохо. Привет, ну что ж с тобой не так-то, а? Simple Name зовет зрителей. О, Джеки, ты мне нравится. Интересно, хай. Опа. Кто-нибудь смотрит, как нож. О, лепрекон за его зритель. Походу, тут все зомбями решили стать, да? Да. Походу, ребята, у вас тут зомби много. Эх, лепрекона обломали. О, теперь зомби еще один, добро пожаловать. Коллекцию, да, так сказать, гнилую. Что ж такое? Я же не точно завод не спил, сайт вылетел. Какао. Го. Го. Ждем шампусиком. Ок. Заходи, обложка главная. Меня обманули. А я думаю, все нормально будет. Никому же подкатывает. А, я понял, не успел, дружище. Печально? Печалька. Не успел, я ж понял, Георг. Let's see if that changed any of the standings. Okay, a little bit of movement. Okay, let's see your secret. А, кто же? Серийный маньяк, что ли? Ах ты, зараза-то! Я тут, ну кто мне сердечко свистнул, да? Вот засранец. А, сердечко свистнули. Тоже твоя проблема, да. По личному опыту, один раз и серийным убийцей можно привести свидание. Не, дружище, я второго раза встречаться не буду. Не хватило, да? Сердечко, у меня, по сути, это было одно сердечко, второе уже, да. Я в топе, окей. Сердечко свидание удваивается. Угадал, то успел. Not to mention, there's a full moon out too. Так, смотрим, что у нас тут есть. Message time. Ну, кого же позвать сегодня? А давай сделаем так. Вот из смерти здоровья, не хочешь я такую. Все, сообщения кончились, поэтому писать не могу я. Не, налоги лучше. Кому как? У меня свет отражается в глаза, глаза горят, спасите.
Да. Но только один «Выбери меня». Я просто музыки перевел немножечко слов. Вода — это то, что мне сейчас хочется взять в руки, когда не отпускать. Я пить не хочу, тут свод. Сейчас, ребята, подойду, минуточку. Alright, it's time to pick dates again. It's times like these I love being a matchmaking monster. Hey, I know, it's hard to choose. But if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Ну же, взглянем, кто пошел на свидание. Ah, didn't pick a date. I told you what would happen. Wait. A late arriving suitor approaches. Давайте посмотрим, что произойдет. Для вас плохие новости. Сожалею. The zombie turned someone into a zombie. We know how this is gonna end. Не уходите пока. Есть еще желающие. Werewolf got rejected on a full. Я вернулся, все, я тут. Я тут. Эх. И мне отказали, и всем отказали, я так понимаю, да? Ну что ж такое, ребята? Эх, эх. У него сейчас лады в 8 вечера. Всем отказали. Ужасно. Костя тут. Ты теперь зомби, я знаю это. Мне отказали, я не зомби. Зрителям бан. Нет. Разве? Нет. Давайте посмотрим почти финальные результаты. Давай смотрим, что изменилось. Ничего не поменялось. One last thing. It's time for the after party. Time. Давай посмотрим, что у нас кто. Пора, ребята, вскрываться, да? Кто у нас следующий simple name? Кто же у нас был? Мумия. Не. Everyone the mummy dates. Неплохо, с проклятием играет кто-то. Then, so do the players they date. At the end of the game, всегда люблю так с египетскую мифологию, да в целом мне мифология нравится любая. Греческая, римская и так далее. Смотрим следующего. О, ну да, охотник. Это невидимка. Да-да-да. At the end of the game, the monster hunter gets a bonus heart for every time they date the monster type they've secretly been told to hunt. Это кто у нас? А, мамаша! Кто же бы ребенка хотели знать? А, МР был мамаш игрока какао. Ой, так это мамаша там поднялась, МР много выпускал сюда. Да, а я невидимкой был. Это было очевидно. Ну, потому что на месте. Да, и те же пока. Ну да, одни и те же. Ну давай посмотрим, кто у нас в таких местах. О, я тут даже не догоню вообще. Смотри, что тут у меня. Сколько проклятых у нас здесь? Четыре проклятых, включая меня. Эх. Эй, сердечко, пиздит. Господи, ты проклятый, ты зомби. Возможно, ты оборотень. Да, я еще и оборотень. Я все собрал, ребята, все коллекции. Эх, охотился у нас сколько раз? Ну, сердечко, слепряко, насколько ты у нас поймил? Ладно, только. Ура, у кого-то ноль сердечек. И как это повлияло на финальные результаты? Смотрим. Я на четвертом месте. И теперь сколько у нас зомби? Да, посмотрим. Давайте. Почти все! Да, мамашу не заразили. Зомби и Вискас выиграли. Ну, так он всем отказывает. Да, да, ну это было близко, кстати, ребят. Почти зомби-апокалипсис был. Зомби-апокалипсис, да? Зомби или прикон-апокалипсис. Да. Так же, как и я. Да-да-да. Зомби лично заразили 5, обратим к зомби, а те заразили еще одного игрока. Неплохо.
Ну, почти, кстати, фулл, так сказать, сердечко. Да, меня обманули. Что, зрители выиграли? Да, зрители выиграли. А ты сомневался в наших методах? Ну вот, у меня было место 1-1, 2-4-4-4. Мы никого не обманули, ты с самого начала нас раскрыл, так что... Ричард проклял 2, а тебе прокляли еще 2 игрока. Нельзя за одного оборотня, а то создал еще 3 оборотня. Неплохо. Вот что значит волкодав, да? И Таран сердил своей жертвой, лебрякал всю игру, встретил один раз. Да, шок полнейший. Сердечко. Мамаша. Заработал 3 сердечка за каждую ночь, когда ее ребенок какао пройдет без свидания. Ну, если лепрекон лепреконил, так сказать. Ну что ж, теперь мы идем. Как я обещал, наш пионаж после этого. Мы переезжаем, так сказать, в прошлое, ребята. Так вообще, так должен быть плавный переход, такой вух, да? Сейчас, ребята, я запущу третью часть и все сделаем. Я тебя не удивил. Так, запускаю я третью часть. Где моя? Бокс, вот он. Не, главное, если так интересно, все с самого начала знали, кто зрители. И да. Не, я так, знаешь, я намеренно хотел стать зомби, чтобы не было победителей, чтобы зомби выиграли, знаешь, это был бы рофл. Но один мне все-таки не пошел. Вообще три выиграли. Не, три. А, у меня сайт завис. Джекбокс, понимаю. Не, он, в принципе. Все, ожил. Когда ты видел, что в игре выиграли? А, он видел. Ну, вообще такое возможно, кстати. Угу. Вообще, по сути, можно всеми выиграть, если подумать так, но это крайне сложно реализовать. Так. Так, все, ребята, я вел. Нет, пипец. Я говорю, это сложно, но можно. Теперь мы идем в наш пионаж, как и, так сказать. Идите считать. Угу. Там просто надо каждый, знаешь, за каждые 2 минуты надо учитывать способности каждого монстра. То есть, по сути, так, если так работает. То есть кто-то плюс дает, кто-то минус. Учитывать все способности, учитывать да. Это, учитывать время. И кому сколько надо с кем встретиться. Ну, нас попросили сыграть третий пак после этого, я выполняю, так сказать. После этого мы вернемся снова в четвертую. Поиграем уже в бредовуху. В четвертый. Давайте, ребята, на счет 4 начнем. 5-3-4. Начинаем. Заходим. Надеюсь, я включил. Я же включил. Да, я включил. Все нормально. Один есть. Давайте, ребята. Еще места есть. Давайте. Еще половина осталась. Ровненько половина, ребята. 3 осталось. 2. О, Настя. 2 человека осталось. Давайте. О! Ну, товарищ в четвертой части. Забавно. Давайте, ребята, сейчас... Я орел. Окей. Давайте, ребята, заходим. Еще 2 человека подождем немножечко и начинаем. Костя, чего не заходишь? Не хочу. Вообще, да? Я за чатиком шпион. Да давай, пошли на шпион, да? Сейчас мы начнем. Давайте обратно что сделать, так сказать, наверное, 6 начнем. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Костя, заходить будешь? Костя? Да, я кот. Все, Костя сломался. Леху не люблю тоже, ну ок. Ну тебе вообще, судя из этого всего, тебе нравится из пака 3, пака 4? Или тебе только нравится... Котобок, да, или как там был? Котобокс, да. Саш, поехали. Это будет одна из самых тоже веселеньких игр, которая должен угадывать процентики. Это уже было. Так, в чат нужно перейти обычный. Опять соскочил уже. Чего, Костя? Говорю, опять соскочил, что ли? Не знаю. Давайте, ребят, сейчас будет свист утверждения, но от путем выпуска воздух через способность. Ну да, давайте. Какой процент людей не умеет свистеть? Когда бокс с тобой сидит, Смертус. У некоторых вроде ты прав. Или нет? А где мой кошак? А, мой кошак ушел от меня убежать. Вот осранка. Мой на месте. А, моя ушла. Жопель такой усатый, а.
Ну, теперь, ребята, наша задача угадать, если кто не знает, как играть. То есть нужно либо, то есть, как вы думаете, больше процентов или меньше? Я поставлю на выше, чуть-чуть выше. Если выбираете дабл, то там сложнее будет, кстати. Давайте, ребята, двое. Вы осталось. И кто еще? А, на себе решил дабл взять. Давайте посмотрим. О, это дабл. Серьезно? Почти каждый второй человек не умеет свистеть. Кость, ты умеешь свистеть? Нет. А я умею. Тогда все верно. Тогда все верно. Я умею издавать похожий звук. Я свистеть умею. На вздохе и выдохе, знаешь. Боже, нас что-то с Дискордом делать, он... Да, теперь моя тема. Винные бутылки, режим сбора агентства информации. Какого процента людей абсолютно не умеет открывать бутылки вина? Ну, мне кажется, малый. Я точно умею. Я умею. Еще несколькими способами. О, нет. Вот, вот идеально. Сейчас, давайте голосуйте пока, сейчас подойду, кое-что надо сделать. Я вернулся, и что тут? О, а я почти-то угадал. Смотри, чуть-чуть прям. Включу. У тебя код зовет. Да, я вижу. Второй код, да? Короче, моя кошка сидит в двери, кого-то ждет. Прикольно, Георг, теперь код есть. Весело. Ну, Вискас дабл провалился. Эх. Блин, 3%, ну почему я же так был близок, как никогда? Даже обиды, знаешь. Так, стоматология, да? Медицина, современное обращение, помощь. Какое процент людей ходит к стоматологу, только когда у них что-то не так с зубами? Не возьми первый код болван. И... Тебе там не ты не мозг там, а дружище. Вообще, как бы у меня первая кошка в жизни, это кошка, а не кот. Неужели меня кот все это время обманывал, да? У человека проблемы с ориентацией, что ты так обманываешь. Не надо так, человека все нормально. Что там, Костич, происходит, что там пишешь? Ай-яй-яй. Да. Неужели в чате что-то происходит опять? Оу, надо дабл... А, чуть-чуть, это дабл! Эх, дабл провалил. Не, ну я хотя бы просто нажал вверх, так что неплохо. Пока я угадываю все, что здесь. Кошка, ты балда. Я кот. Ну вот, видишь. Чуть-чуть. Тогда был тоже забыл брать. Настя. Давай. Магические трюки. Поиск. Престиж. Тижация. Ладно, я даже не стану. Какой процент людей знает какой-нибудь фокус, который они могут прямо сейчас? Мне кажется, маленький процент. Хотя, в принципе, я знаю один фокус, куда же, мне кажется, это любой фокус знает, да? С пальчиками, да-да-да. Пальчиком. Десять процентов, но мне кажется, больше. Я кот, не кошка, я умею тебя. Понимаю, да. Мне кажется, выше. Я возьму дабл. По сути, фокус же... Какой-нибудь. Серьезно? Даже самый простой фокус, почему? Мне кажется, любой может использовать его. 5%. Неплохо, неплохо. Надо было вверх брать. Эх, эх. Ну, ты взял вверх, только дал. Да, я два вверха взял, да? В колеске, средство передвижения, совместный проезд. Какой процент людей когда-либо ездил на коляске мотоцикла? Мне кажется, малый. Мне кажется, в основном колесный мотоцикл — это популярность на прошлом веке, да? Я тут всем привет. Привет, агент 07. О, народ вроде так забегает. Давайте, ребят, также участвуйте с нами. У нас тут весело. И все, да? У нас тут весело, и все. А больше ничего. Да-да-да. А, ну, чуть-чуть выше, мне кажется, где-то 20, думаю, максимум.
Ну ладно, 25, все, мне кажется, так. Ты как считаешь, Костя? Кот, я смерть, где его? Я считаю, что да. Да, я себя чувствую настолько тупым, что кот меня вообще не понимает, Георг, да. О, чуть-чуть выше, все-таки правильно сказал. 23%. Ну, давай получим почти косарик. Почти косарик получим. Что такое? Агент 07. И все, косарик. Денежки капают. Следующее. Смотрим тему. Какая же тема будет, да? Камера. Фото и видео. Средства съемки. Вот такая тема у нас, ребята. Какой процент людей... Вот, по-любому, мне самое нормальное. Какой процент людей чаще всего снимает видео, фото на обычную камеру или фотоаппарат, чем на телефон? Что, серьезно, Стив до сих пор Мэн рубится? Ну, походу, да. Фиг его знает. Живот крутит. Хочу жракать, да? Но на душек не проплатили, да? Так. Сейчас исправим. Не, не надо, я же пошутил. Я же в шутку сказал же, да что? Все, пин-код уже ввожу. А, надо было вниз нажать. Я дурак. Блин. Люди же обычно снимают, а не на телефон как раз таки. Вот-то что я говорил. Подумал вверх, а нажал вверх. Стоп, подожди. Все правильно, подумал вверх, нажал вверх. Джека не стримит сейчас, агент 07, он не там, не волнуйся. Единственный котик, что получил плюшку, да? Все провафлились. Давай, следующий. Мелочь. Деньги постоянное использование. У кого процент людей прямо сейчас в кармане есть мелочь? Мне кажется, прям маленький процент. У меня прямо сейчас в двух карманах есть мелочь. Ну давай, 100%, да, нажимай? Да. Я единственный человек. Да. 20%. Ну, я выше поставлю чуть-чуть. Где-то процентов 50 максимум даю. Потому что, мне кажется, хотя бы рубль там есть будет в кармане. В основном все на карточке, конечно же. Да, проверим, кто это угадает. О, ровно. 40%. Я же говорю, там приблизительно. Ну ты был близок, Костя, кстати. А дабл сработал? Дабл, да, сработал. Да. Ну да, потому что это прям по нему дал бы. Да, да, да. Ну тебе надо 26 брать, Костя. Финал, ребят, давайте. Теперь самое веселое. А чего людям сложнее всего отказаться на месяц? О, Костя, это по твоей теме. Глазон, если бы все очень просили модрук, если канал были бы модрами. Это капец был бы. Ну, все рандомно раскидал. Ну все, раскидал приблизительно, что я, по крайней мере, думаю. Сейчас посмотрим, насколько я прав, да? Насколько я знаю, да? Давайте, ребята, голосуйте. Нужно выбрать три. Три, так сказать. Знаешь, если бы сейчас была камера у меня включена бы, я бы, знаешь, показываю два пальца, говорю три. Да, посмотрим, кто что голосует. Знаешь, вот это когда кому-то говоришь, что ты плохо видишь, они такие, сколько пальцев показываю? Да-да-да. Притом ты как бы видишь, сколько пальцев показываешь. По-моему, да. Серьезно? То есть компьютер от еды и от интернета самое топовое. А я ничего из этого. Я только выбрал от интернета. Да уж. Хеть. Давай посмотрим наши, так сказать, итоги. Что тут на фоне происходит? Я лучше... А, это собака бежит. А, я второе место. А, это-то. Если бы, кстати, выбрал хотя бы там что-то еще, я бы был на первом месте. Ну, поздравляем, дружище. А наш робот выиграл, да? Робот летучая мышка. Не. Что ж. Давайте теперь сыграем. Верти вместе, да? Да-да-да. Давайте сыграем. Ну что же, ребят. У нас есть выбор. Специальная вечеринка. Вот под конец стрима у нас, напоминаю, так же. Так как сейчас еще пока что есть время. Ну, где-то думаю на две игры.
Так что, ребят, давайте. У нас есть только третья часть, так и четвертая часть. Во что мы будем сегодня играть? Я предлагаю смехлыст, либо бредовуху. Так что давайте, ребят, что бы вы хотели поиграть? Костич? А ты бы что хотел бы? Я так понимаю, у тебя там умереть, да? Да. Че там, агент? Не знаю. Бредовуха созвучна с медовухой, так что выбирай ее. Двое за бредовуху пока что. Давайте голосуем, голосуем. Двое за бредовуху. Хотя не смехлыст. Теперь один за бредовуху и два смехлыста. Я еще быстрее сдохну. Ну, ладно уж. Если никто не хочет голосовать, тогда пойдем смехлыст. Победа за смехлыстом. Напоминаю, ребята, в данном режиме вам нужно использовать всю вашу силу фантазии и юмора. Смех пока выигрывает. Да. Давайте, ребята. Сейчас я все сделаю, минутку. Ну что, давайте сразу, так сказать, не будем даже отчет никакого делать, сразу запустим. Давайте, ребят, забегаем. Скромно. Можно модрику позже. Нет, я модрику никому не выдаю пока что. Если вы хотите модрику, участвуйте как можно чаще на стримах, а также помогайте мне, если я не успел к ней ответить или как-то следить. Давайте, ребят, забегаем. Костя. Все, Костя вымирает, врубаем максималку. Костя, давай, заходи, идем с нами. О, давайте, еще два места, ребята. Забегаем, забегаем. Забегаем, не расходимся. Вот как в прошлый раз было два места, и сейчас два места. Очень прикольная ситуация. Еще один. Давайте, ребята, кто же будет последним? О, у тебя нет задержки. Ну, она минимальная стоит. Так что, плюс игра не слишком требовательная, так что мозг почти меньшая, да, так сказать. Давайте, ребята, еще один человек. Подождем, давайте еще сколько. Ну, опять же, возьмем любимую цифру, это 5 будет, почему мне кратно 5. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5. Все, понесли. 6. Ну да, Костя должен был это выскать именно. Мне нужно было перескочить 1, 2, 3, 4, 6. Я играю звездой. Я сказал 5, кратно 5. 6 и кратно 5. Хотя там будут дробные или за точкой, но это то. Ну, тут, конечно, есть какой-то диктор, но, конечно же, его озвучивать не буду. Но я буду озвучивать вопросы, ребят, так что у них вроде я уже стример и диктор. Так сказать, добро пожаловать, да? Просто, не так, прошу любить и жаловать, во! Раунд первый. Закажется, как сказать. За один раунд можно получить 1000. Так сказать, есть чем больше голосов, тем больше денег вы получите. Давайте, нужно отвечать на вопросы. Просто хочу сделать красивое число 3 канала. Не, агент, нет, прости, но нет. Блин, не могу что-нибудь интересненькое придумать. Ладно, фунты, ладно. Блин, вопрос вроде, так сказать, нелегкий, но я все равно могу себе придумать какое-нибудь интересненькое такое. Ой, идеально я придумал. Типа за перед всем стримом. Да не знаю, нормально все. Я там даже не видел, что ты написал, так что не переживай. А что там было? Неплохо успокаиваешь человек. Да. Да я даже не читал, так что переживал. Да. А, я надеюсь, справил ответить хотя бы. Я вроде писал, но я не успел нажать. Слабовато придумал, первый раунд практически не влияет. Давайте, эй, что у тебя в ухе?
Пустота. Кстати, ребята, я так же напоминаю, если от этого не нравится, вы можете не голосовать, то есть здесь не обязательно голосование. Ну, мне это больше нравится. Что тебе там больше нравится? Ага, первое. А вот что, какой из это первый, сам думай, да? Ага, с какой стороны, да? Да-да-да-да-да. Я сразу осуждаю. Народ тоже осуждает, как и зрители. Ребята, прошу, так сказать, в целом, так сказать, не ругаться, не выражаться так ужасно. Смехлыст неплохо в самом начале, кстати. Так что, ребята, используйте больше, как сказать, слова-заменитель, то есть там маяк, что-то еще, ракета. Предупреждение, которое должно быть на баллончике со сливками. Только не на лицо. Вот это очень хорошо. Очень сладко и вкусно, так что беги давай. Ну, агент, ну, если честно, я, как сказать, не видел, что такого там было, так что просто не переживай об этом. Вообще мне понравилось. Я вообще не читаю, да? Костя шарит. Только не на лицо. Ой, второй смехлыст, да слушай, мне уже нравится. Знаешь, там у нас человек написал в чате, первый раунд ничего не влияет, а уже два раза смехлыста. Не лучшая фраза высказана во время прыжков на батуте вместе с другом. Лакабар, то это нам не попрыгаешь. О, а вот это не больше прикалывает. После этой игры поеду. Ну, в принципе, наверное, эта игра будет предпоследней, потому что уже время это 40 минут. То есть минут 20 остается на стрим. Так что, думаю, все-таки будет последняя игра. Следующая. О, так неплохо, слушай. Эх, спехлоста не будет. Почти, почти. Вот и суперспехлыст на втором раунде получи. Надо бы. Как гласит народная мудрость, между первой и второй сексик небольшой. Рычик небольшой. Чё, Костя? Первый уже когда-то был. Первый уже когда... Ну нет, мне кажется. Давай, ты на мне. У нас в садике свалит одного мальчика батут. Хе-хе-хе. Да, зря голосуем, что нам больше нравится. Ага. Серьезно? Серьезно, да? Я потому что первый уже был. Да ну, так неинтересно. Вот, пожалуйста, супер смеху. Еще один. Не, ну это как-то обидно. Я так думаю, начали придумать такое, да? И не дошло в голову такое, да? Почему голуби не убивают нас, слабые, мои рабы, развечивающие семки хлеб? Это классика. Ну да, классика-то классика. Так вот, если прикол, что надо было эту классику разрушить, да? Ладно уж. Не будем укорачиваться на тебя, одного зрителя накрутил. Понятно. Слабые. Да. О. Не, ну зрители голосуют так же, вот, как видишь. Можно хотя бы на втором вопросе получить баллы, скажем так, хоть что-то. Как соблазнить медведя? Кстати, медведя, дать мед медведя. Пробовать шампунь. Жумай, сынба. Я не понял, ребята. А вот второе забавное. Что-то я немного не понял, честно. Просто голосовать не стану. Ничья, кстати, ребят, 50-50. Если было бы у меня, как кстати, не смехлыст, а пополам, здесь бы был пополам. Так, твоя квартира реально большая, если у тебя есть комната специально для стриму Смертуса. О, я хочу комнату, как в этом, без закатик в серого. Ну что, ребят, давайте голосуем. Я сделал свой выбор. Два, один. Ну, я не смог что такого придумать. Ну, а нет, на удивление. Все-таки есть, будут сегодня у меня, так сказать. Может, какие-то баллы. Ты что, реклама шампунь, жмой, не знаешь, реклама стала. Зачем тебе комната для ног? Не знаю, я же высокий, аж по 2 метра, мне мало. Вообще нет, я не знаю, кстати, такую рекламу, если честно, поэтому. На каком я месте? Ура, на дно! О, не совсем на дно. У чувака 330 просто. Был прикольно, если 330 тысяч, знаешь. Второй был лучше. Не знаю. Мне кажется, твой лучше было все-таки. Давайте, ребят, раунд второй, здесь все очки удваиваются.
Ага. О, идеально. Я не отображаюсь как зритель. Отображаешься, по сути, вон два в зале. То есть зритель не как одно целое, если будем так. Ну что, я все ответил, ребята, давайте. Вот уже, три человека заходят как зрители. Вот почему зрители заходят сейчас? А вы не можете заходить, когда я собираю народ? Почему это не так? Какой тролль, а тут. Туда, там нет. Три человека как зрители. А участников меньше одного. Ой, разъелся я, ребята. Ну что ж, поехали. Окей, remember, this is all your fault. Название для передачи о пчелах на канале Усадьба. Жухомания. Ужалили жопку. У нее вот того, вот это, кстати, неплохо. Так неплохо говорю, неплохие, вот честно, мне понравилось. Вот видите, второй раунд все так, ребята сразу разогнались. Так, зрители также могут голосовать, напоминаю. 3, 2, 1, 0. Я не тормозил. Да, я тебя понял. Хотя ты что-то и сделал, да? О-о-о. Эх, походу... Хотя... Нет, спихнуться не будет. Тебе не досталось. Убирает. Ты был близок, кстати, Костя. Следующее. Кого очень не хочется затаскивать в спасательную лодку? Стримы по терке? Костя, твоя, что ли? Походу, кто тут олд сидит, походу, шарит, да? Про терку. О, это было хорошо. У вас там прям угорание пошло, да, в чат? Два айсберга, да. Я же сказал, что это Костя. Мистер Байтер, а? Гастарбайтер, блин, что это слово? Просто, кто, чтобы вы все знали, раньше были стримы по терке, мы не играли, но эта рубрика не была очень была популярной, поэтому мы решили, что ее не будет. Анаконду. Да. Если внимательно прислушаться, то это ракушек скажет тебе именно это. Заткнись, лошара. Я буду твоей девушкой. Не, ну я бы, знаешь, я бы... Знаешь, я бы лучше тогда уж поискать себе девушку нормальную, не ракушку. Ну ладно. Не, совместить этих два вопроса, ой, ответ, и будет идеально. Заткнись, лошара, я буду твоей девушкой. Здрасте, ребята. Ну, я был... А, нет, смеклась с тобой, кстати. Я не люблю, я спрошу. А, нет, не будет странно. Эх, это, думаю, будет. Говорящее название вымышленного города в Австралии. Город не может остановиться. Жаркого чивапчичи. Хе-хе. Тож. Ой, терапия какая-то, девять, я сказал, террария. Хе-хе-хе. Георг, а тебе вообще в целом-то нравятся какие-то игры? О, неплохо, хотя бы один балл. Тебя немножечко пожру, да, 507 баллов. Неплохо. Терапия, ну это неплохо. Опасная штука, с которой тебе летит дрон. Горящий монстр, ты. Я что-то немного не понял, немного, ребята. Опасная штука, с которой к тебе летит дрон. А вот фиг его знает. Умирает. Су смеху. Вообще со смеху, ну ладно. Су я немножко другом подумал. А может так и задумал, да? Все продумано. Да. А все-таки больше зашло ребятам на второе. Что ж, поехали дальше. Самое печальное, что можно сказать, вдохнув гель из шарика. Шапунь жумазба. Терпиэмный. Аквэмбэ. Ну что, ты мне... Все, Костя вымер. Мне кажется, Костя более такой, знаешь... Я просто сижу и наблюдаю, как мы тут отвечаем, и такой, знаешь, иногда посмеиваюсь. Но Костя, походу, усывается в голос там уже, знаешь. Знаешь, я просто представляю, сколько должно быть звучать. Такой песклявый, шелявый голос бати, да? Ребни, да, так? Я потом дитя попробую спародировать. Уж и не надо. Необычная причина для того, чтобы вызвать кого-нибудь на дуэль. Кинуть половую тряпку в лицо, свист, слышишь, парень, он выйдет сюда.
Это город. Думаю, я знаю, что здесь свой голос отдам. Ребят, голосуем, голосуем. Или остаемся в стороночке, да? Ага. О-хо-хо. Тут этот спехлыст. А почему не спехлыст-то, не понимаю? А, вот Рон, конечно. Лицо смеху. Что-то такое ощущение, как будто люди прям угорают от души или нет. Ура! Немножечко со дна, так сказать, наверх поднимаюсь. В принципе, как и с Ютубом, да? Давайте, финальный раунд. Да, посмотрим, какое у нас задание. Это у нас будет сегодня... Буквенный раунд. Неплохо, я на последний. Yeah. Я первый. Леонидас, поздравляю. Так, LML. Первый, у меня второй. Так, нужно как-то расшифровать смешным. Какую дичь я придумал, а? МЛМЛ. Да, реально, я какую-то дичь придумал. Так что за это не бейте, да? Это ты. Или... Мне кажется, там этот... Костя. 3-4 связь погибла, да? Погиб со успеху. Знаешь, ты говоришь и начинаешь багать. Так, Лига Морской... Я не знаю, что делать. Лига Морской Лошадки. Лимон Милый Лимон. Леонид Магалох. Лошара может... Машет лодку, люби меня, люби. Лимитный монет, лимитный американок. Так понимаем, тут минет должен быть. Ну ладно. Лимузин, мулаховый ледокол. Чего? Мне сейчас... ребята, пожалуйста, верните меня. Так сказать. Мой язык, да? Мне честно, я даже сказать не могу нормально. Лимузин малаховый, ледоколай. Это, так понимаю, ты придумал, да? Твою дивизию, Костя, можно было что-то полегче? Пускай люди сломают мозг, там да капец. Ага, мне я уже много чего сломал. И золото. Эх, я так понимаю, на последнем месте, да, сейчас буду? Нет, предпоследним. Да, ура. Не грить, за это даже проголосовали. Да. И, о! Потому что это лимузин на... А, ребята, разделились, так сказать. 3% от тобой осталось. Мы закончили? COVID-19 со смеху. Это уже мутация прям какая-то. И какое месте? О! Я все-таки на то вернулся. Ну и ладно. The Lupa победила, да? А я после нее. Да-да-да. Лупа за, да? Костя за. Я первый играю. Ну поздравляю, дружище. Ну что ж, давайте теперь сыграем в смертельную вечеринку, как я обещался. Время как раз подходит к концу. Как наши, в принципе, стримчанки. Я пока, ребята, попрошу вас о небольшой наглости. Так, пожалуйста, подпишитесь на канал. Это очень сильно меня мотивирует продолжать дальше стримить, также снимать видосы. Ну и монтир, понятно-таки. Спасибо. Что-то тут. Также можете комментировать, скажем так, разные видосы. В принципе, стримы и так же. Я постараюсь некоторые вроде улучшиться. Но это не точно, да? Ну, наверное, это все, да? Нас держат в рабстве. И вы единственный путь к нашему спасению. О, это Саня на момент. Саня, нет, походу, все. Подписан, че. Ну, тоже не превратился в Люка. С Хайбурокин получился уезжать со смеха. Нормально, конечно. Ну, это, я так понимаю, тоже так же другие зрители. Поэтому я обращаюсь именно тем, кто смотрит, но не подписан, поэтому... Вот такая вот мини-наглость. Надеюсь, все-таки. Вы подпишитесь, мне будет приятно. Да и вы не сможете пропускать мои веселые стримы. Думаю, мы все будем в плюсе, да? Ну давайте, ребята, на счет. Сколько там? Костя, на сколько счет? На счет Костя, давай, Костя. На счет 2. Ну, я сказал на счет Костя, а я уже сказал Костя, так что все, дочитаю. Надо было не на счет Костя, ну ладно. Заходим, ребят, заходим. Еще есть два места. Ох, все, понесло. Да-да-да, я вижу, тебя прям пронесло. Одно место, ребята.
Давайте, давайте. Костич, будешь заходить? Костя, 3 секунды. О, зашел. Да лапки долго пишут. Ну что ж, давайте, лето понеслась. Давайте посмотрим веселого, так сказать, интро, да, которого у меня нету. Ребята, смотрите, вот так правильно нужно делать интро для своих видосов, да? Вот-вот. Ладно, мне тут понесло. Финалочка, да. Я буду сказать для пущего хардкора, ведь реально с одна победить. Это смертельная вечеринка. Бугагашечки, ребята. Привет, наказанные. Неплохо. Ну что ж, давайте пропустим здесь. Это викторина, ребята, так сказать, смертельная. Я бы сейчас пошутил по поводу наказанные. Да-да-да. Ставят возрастные ограничения. Давайте, ребята. Первый вопрос. В логотипе какой кинокомпании нет млекопитающего? Ни одного из них, по-моему, не знаю. А, нет, DreamWorks. Ну там же не млекопитающий, правильно же? А я что помню? Да, вот именно что нет. Давай посмотрим. У меня DreamWorks обрисовывается со львом. А, Paramount. Но лев это млекопитающий. Да. К сожалению, да. Смотришь, ты к сожалению. Да. Ну а чё, я же просто нажал 3, я просто помню там, кто что-то есть, какое-то животное связано такое. А почему бы нет, остальные я не знаю. Чё, у нас пальчики? Я нажал 3, потому что я знал. Только 3. Вот согласен. Умер со успеху. Ну как видишь, ты ещё не умер, ты же раз ты пишешь, значит живой. Ну чё, давайте, ребят. Не он же, это фантом. Ну да. Давай, дружище, выбирай, куда ты хочешь. Я отпустить. Остальные будут пить из чаш. Давайте. Давайте, ребята, кто еще не бухаем, да? Кого я репну? Давай, пойдем. Вот. Классики, да? Давайте, ребят, посмотрим, кто что выпил. Все, минус Костя. О! Никто не траванулся. Все выжили. Я говорю, жизнь была прекрасна. За ваше здоровье, да, надо было сказать до этого? Ну, никого не траванули. Все выжили. Продолжаем дальше. Оу, май, мы с 3 людьми из одной чашки глотнули. Оо, в этом прям ту, сейчас вам могу сказать, ребята. И так сойдет. Вопрос номер 2, ребята, давайте. Что в математике обозначает букву I? Серьезно? Оуч. Вот, кстати, интересно, вроде бы если не путать, то оно вот. Но я не уверен. Костич, есть идеи, чего тебе? Не, не помню. Я помню, что это в физике, значит, ну не в мате, что слышал физику до сих пор. Ну да, это либо обратно, либо мнимое. Все-таки мнимое, блин. А я нажал на 1. Блин. Согласен. А ты на что нажал же, Костя? Обратно. На, братья, по несчастью, понимаю. Ну давай, что у нас там будет? Худший рисунок. О, угадал. Стрим помним, скорбим. Нарисуйте это как можно лучше. Ну, ребята, рисуем. Нужно проголосовать то, что вам больше не нравится, напоминаю. Чего, блин? Я считаю, это идеально. Давайте, ребята, время рисовать. Сейчас время кончится. Того, блин. Ребята, голосуйте то, что вам не нравится. Голосуйте то, что вам не нравится, к примеру. Ну, понимаю, Костя, твоя первая, да? Возможно. Найди тут моё, да? Костя, давай голосуй. Выберите худший рисунок. Давай, Костя, что ты считаешь худшим? Голосуй. Ну проголосовал, я проголосовал. О, ура! Минус жопа. Моя. Неплохо.
Ну, теперь можно не волноваться за свою жизнь, которой уже нету, да? Ну, поздравляю, теперь ты призрак. Ну, теперь меньше проблем. Буду наблюдать за остальными. Труп ржет, да. Нет, тогда уж ты призрак, как и я, в принципе. А, кстати, я единственный... Я кто, первый, кто сдох. Неплохо. Вопрос 3. Как правильно называется процедура удаления аппендикса? Я не знаю. Ты капец. Я не медик. От слова, знаешь, совсем. Я не помню, какая там буква. Серьезно? Опа. Да. Я что-то слышал? О, спасибо, Благорим, большое. Почему ты так часто стримишь? Ну, специально, чтобы выражать актив. Надо, кстати, на моем канале, поэтому... В принципе, это все просто. Людям же, в принципе, нравится. То есть... О, пальчики. Ну, мне это светит. Это все-таки бомба. В меди учусь. Ну, могу поздравить. Ну, Благорим, опять же, отвечу. Я чисто пытаюсь свой также канал разнообразить, потому что... Если слишком много одного и того же контента, люди будут не очень интересно смотреть на что-то другое. Но в то же время мне какой-то момент может надоесть играть в то, что я стримлю, да, к примеру. Поэтому я делаю разнообразие на своем канале. Надеюсь, людям это нравится. Гора падает, земля трясется, это гоптик там трясется. Не, это уже, знаешь, такая считалочка у меня была в школе. Не считалочка, а просто, так сказать. Прикольчик. Спасибо всем большое. О, Хантар, ну ты же пальчик не отдал, тебе надо было выбрать палец, какой-то реже, дружище, что ж ты такой? Эх, тот решил расстаться с пальчиком. Прощай, дружище. Ты первый раз Зато теперь тебе не одиноко там. Да, добро пожаловать в клуб одиноких призраков, да? Зато, чё, вы еще пальцы свои продаете за $33. Вот за пальцы дорогие. Так, кто из этих людей в детстве победил сам себе режиссера? Чё? Победил. А, это название такое, я понял. Ну, помнишь. А, пальчика нету. Капец. Сейчас, это Семён Слепаков должен был быть. Ну, ладно. Смотри. А, нет. Ну, я призраки угадали. Давайте поиграем. Ну, ребят, давайте поиграем. О, ну самое халявное, ну блин, так неинтересно же. А хотя нифига не халявно, знаешь, если использовать реально через память. Обязательно даже уметь местами без пальца дать, это правда. Ой, я что-то слышу опять. Что там понеслось-то? Благорим, что 5 рублей, расскажи самую кринжовую историю. Костя, мне нужен этот словарь. Что есть кринжовая история? Как тебе сказать, да. Ну, как сам понимаешь. Забавное сумасшедшее, что-то типа того. Ну, могу рассказать, как я себе палец сломал. Ну, по сути, что произошло в моем случае. В детстве штука так, оу, товарищ. Лоханулся. Да-да-да, ты был близок. Так вот, вспоминая мое детство, я себе сломал палец. Точнее, это смещение кости внутри пальца. Что произошло? Это называется неудачный паркур в школьные времена. Мы прыгали по гаражам. Эх, ностальгия. Так какая болезнь наш палец отдается, да? Ну и как успешно? Что такое свиные рубцы? Ладно. Так вот. Ты знаешь, да? Ну так вот, что стыдно, ну я. А, стыдная, что ли? Все-таки это стыдная история, да, Благорим? Ну я не знаю, что мне такого стыдного было. Ну, одна из самых стыдных историй, когда я узнал, что мне нравится в сексе, да? Такие прижелания у меня есть. Ну, в принципе, не такое интересное. Я хотел историю про пальцы рассказать, ну и ладно, значит не буду. Одна из самых твоих стыдных историй, то что... Познакомь. Чё? Костя, ещё раз.
Говорю, одна из самых стыдных твоих историй, потому что ты со мной познакомился. Да не, это одна из самых веселых историй. Пальцы срезать, что-то поделать. А, то есть я выбираю, что будет, да, из этого? А пусть будет ниже. А пусть будет ниже. А можно не проголосовать? Все, я на нижний. Давайте, ребята. Сколько из этого умрет человек? О, кого-то вышел. Ой, Костя! Нет! Давай, Настя, кидай. Ну давайте же, ну. Школа к нам несет. Ну и ее тоже. Эх, товарищ кто-то вообще не кинул. Кубики. А, он сразу отлетает, то есть остальные выживут, да, интересно? А, нет, не выживут. Ну, ребят, добро пожаловать ко мне. Я тут зажался как раз таки людей. А, то есть ты хотел меня к себе? Да, но мне не одному же мне тут веселиться. Вот, поехали дальше, шестой вопрос. Мы прошли половину, ребята. Какого ужасного персонажа сыграл Роберт Инглунд? Да, 11. Меньше 11. Я почему думал, что я что-то неправильно подумал. Ладно. Какого ужасного персонажа сыграл Роберт Уиллс? Че, у моего соседа Тома Редла? Серьезно? Том Редла же Волдемор, да, лес не путаю? Ну да, вроде как. Ну да, видео. Фредди Крюгера. Никто не ответил, серьезно. Ошиблись. Вы попали. Ну, мы попали. Ну, это Фантомас. Да, ну что, все умрут или нет, теперь знать? Хочу, чтобы слова. Вы над своими словами. За длительное время составьте как можно более длинное слово из имеющихся. Давайте, ребят, нужно составить слова. Впрочем, было не просто разложить эти буквы так, чтобы вы могли на них нажать. Так что пользуйтесь на здоровье. Можно, не надо. Та, которая напишет самое короткое слово. А, то есть только твое участвует? Гриль отнесется, это буха патик там несется и говорит. На двойка, что ли? Что ли? Ну, кстати, неплохо, но именно концовка немного не так. Немного не подходит. Давайте составляем слова. Мы прикольно, никто ничего не составит, оба умрут. Думаю, будет достойностью завершения стрима, да? Время. Так, ну я составил. Время. Есть такое слово здесь. Годаем. Неплохо. У нас орфография подъехала. Неплохо, Костя. Хорошо поиграл. Ура! Да. Ну и чем прикол? Ну все мертвы. Все, наигрались. Да. А, кого-то возродили. Слушай, ну это нечестно. У кого больше тех денег. Да. Ну слушай, это нечестно, я считаю. Да кого-то подарили второе тело. Во, блин. Ну теперь гоняться за салом будем, ребят. Давайте, погнали. Мы должны съесть эту. Кто да. Это? Не вижу ник, ну ладно. Хамтара его ник. Хамтаро. Буст Жош. Что? Еще раз? Не понял. Давайте, ребята, голосуем. Ну да, можешь запустить. Да. О, не из этого вообще ни одного. Ого, неплохо. Опять привет. Нейрс, привет. У меня буст. А, ну да, по сути, ты раз ты первый, поэтому ты будешь буст. В три, так сказать, шага, да? А вот у меня нифига. Просто тостер, привет. О, ребята, начали вовремя заходить. Ну как не вовремя, как раз стрим заканчивается. Итальянский премьер-министры. Теперь, ребята, нужно голосовать на то, что, как сказать, что считается правильным, а то, что нет, то не голосовать. Так, грёбаный, во, телефон, ну, во. Шарю в палечке. Думаешь, я шарю, по-твоему? Не так, знаешь? Не, надо задать так такие вопросы. Ты думаешь, я во что-то шарю? Вот так. Вообще ни одну не ответил. Я, знаешь, я вырос, значит, всегда наоборот. Че, в умирании? И нет, еще живу. Обладатель двух или более хрустальных. Что, где, когда?
Ну, я, походу, сейчас умру. Если нет, можешь уже интро чекнуть, если можешь. Ну что у тебя там? Давай посмотрим. А как я тебя посмотрю, если твой канал зайти не могу, дружище? А, я Джекбокс вышел случайно. Ну, я могу посмотреть только после стрима. Во время стрима смотреть не могу, вот эти проблемы. Я вообще никогда не слышал про этих сов. Ну все. Прощайте, ребята. Хорошо поиграли. Пока. Да. Все, я могу писать за чатом, ребята. Теперь я весь вам из ВК. Ну да, ВК есть. Я группу ВК оставлял как-то тут. Надо глянуть. Надо глянуть. Ну я слышу, могу ссылочку скинуть. Сейчас, ребята, быстренько гляну, что у меня. Если моя группа ВКонтакте. Если так хочешь кинуть, то можешь скинуть туда, в принципе, там все есть, дружище. Пержище. Я не могу остановиться. Я заметил же, тебе прям придется этой, так сказать, собегущий, так сказать, Konami, да, в кавычках. О, не один. О, Косить, добро пожаловать. Наши ряды. Окей, хорошо, без проблем. Оптимизация стрим, вот я там сам писал. Да-да-да. Там, получается, есть описание, то есть там ниже для описания стрима, а чуть выше там есть. Так. Я в чат вернусь. Decisions. А где это? Вот. Я хочу чат открыть нормальный. Давайте, ребята. Не так уж много осталось, кто живых. Я ВК подписан, Даня Михайлов. Ну, я ВК, Панаев Семен. Если найдешь, можно написать, скинуть. Я гляну потом. О, товарищ, что-то живет. Ребята еще живут, смотри, что. Ладно, пока. Окей, Узбек. До скорых встреч. Так что, ссылочку на группу кидать в чат? Она есть, она в описании есть, ребята, в описании группы ВКонтакте. Нет? А, вот я вижу. Стрим, где-то Егор рвется, что же это? Это же стрим у смерти. Не, не так. Стрим идет, Егор рвется. Что же сейчас творится? Нет. Я даже не знаю, как закончится. Тимур, привет. Ну почему люди начали сейчас заходить, когда стрим-то начал заканчиваться? Ну как это работает-то, а? Ёлы-палы. Не, ну честно. Стрим идет, Егор рвется, крик через микрофон несется. Воу-воу-воу-воу, хорошо закончил. О, двоих съели. Еще двоих съели. Тима поглотит нас, растолстеет и будет плакать. Мугага, это коварный план. Знаешь, Тима как кошаки, хоть они толстые или худые, они всегда милые. Вот реально. Пойду следить за порядком на сервере. Окей, хорошо. Удачного дня. Почему до этого мне не попадались части говядины? Я подтвердил. Да. О, ребята, осталось три. Три, скажем так, два призрака и одна живая туша. Кто же из них убежит сегодня? Круто, я чисто рофлю. Ну я же понял. Я же понял, просто я не говорю то, что ты что-то плохое делаешь. То есть, я просто говорю, что немножко не похоже. Ты с Коской еще один разыграем, заканчиваю стрим. Ну, у нас, я же говорю, в принципе, как раз-таки прошло ровно 2 часа, уже 2 часа 10 минут. Я же, как сказал, последний стрим на сегодня. Ой, тьфу, последний стрим, последняя часть это. Оп, все в йогу знают. Все знают йогу. О, блин, ну, вот. Потому что йогу, йога распространена. Ну да. Вообще. Нет, когда я играю, давайте вопросы про этих. Да. Про всяких там политиков, кинотеатры. Да, 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 да. А когда я труп, ну нет, честно, я. Я, как сказать, время уже как-то под вечер, я сам уже устал от двух стримов, да еще и у меня дела есть просто. Поэтому придется так сыграть. Закончу сейчас. Ну, видео грузится, так сказать, я не могу посмотреть даже. Ну да. Гром шеремит. Нет, не подходит. Давайте время, ребята. Давайте. Сейчас я подойду минуту. Так, я здесь. Все, продал не выехал. Хантар выжил, да? Поздравляем. Товарищ все-таки добрался до своего, так сказать, почетного, так сказать, спасения. Зрители погибли. Эх.
Леонидус, меньше ругайся, пожалуйста. Ну что ж, ребята, вот такой был мини-стрим чанский. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь. Да, подписывайтесь, комментируйте. Ну и также подписывайтесь, это очень сильно мотивирует. И... Хотя потому что я палец не отдал, да, палец не отдал, Дастер. Цвет плохая, плохие кубики, плохо с составлением слов, неудача в кубе. Да, просто смотрю быстренько тут. Чефр, плохо с составлением слов. Ну, у тебя хотя бы неплохой рисунок, зато сегодня мегасборг вышел с Илси. Фокснерс. Пока. Ну, я позже оценю твой, кстати, скин. ВК напишу. Нарисовал что-то ужасное. Я единственный, кто сам первый умер. Ну что ж, Комтар выжил. 10 тысяч. Ну что ж, ребята, вот такой вот стрим. Опять же, повторю свою шарманочку. Я сейчас достаю этот диск. И говорю. Все, подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки, дизлайки. Ну, на этом я буду заканчивать. До скорых встреч, мои ребята. Мои воробушки правят миром. Ну, это уже классика. Ладно, всем спасибо и удачного так и дня. И стрим будет либо в среду, нет, в среду, скорее всего, не будет, я сделал так. Я сделал помещение, если трансляция, если стрим все-таки будет в среду, я, ну, в принципе, вы увидите. Если же нет, четверг. Ладно, что ж, всем снова прощаюсь. И до скорого.